Девочки, вот вы часто меня спрашиваете, разве нельзя шить брюки из других тканей? Вот посмотрите, мы шили брюки по нашей выкройке из другой ткани. Талию покажите нам немножечко. Вот, вот так вот впереди, боком повернитесь, правым боком, вот так вот сбоку у нас спинкой повернитесь. Вот так. Видите, в общем-то, брюки сидят у нас нормально. Но вот эти характерные заломы для сухой ткани, да, если вы их для себя оставляете, поэтому шейте, пожалуйста, брюки. Выкройка нормальная, сидят хорошо, но от заломов от этих нам не избавиться. Вы просто должны понимать, что они всегда будут в сухой, вот такой хлопчатобумажной ткани, они будут немножко ломаться. Танечка, подтяни боковой шов вниз, чтобы я бок видела. Вот смотрите, нет, вниз прямо потяни, как грузиком, как будто ты, как я тяну. А, вот так? Да, вот смотрите, вытягиваем этот боковой шов. А вы, да, и брюченка выравнивается, то есть утюжкой надо вытягивать боковой шов и, наоборот, сутюживать область, все, Таня, спасибо, и сутюживать область колена. И тогда у нас будет, ну, еще лучше. А так вот мы хотели такие широкие брючки на лето из хлопка, и вот мы их сделали. Все, мои хорошие, всем добра.